США создали суперкомпьютер вдвое сильнее китайского. Производительность Summit составляет до 200 петафлопс, что более чем в два раза превышает мощность китайского суперкомпьютера Sunway Tahoe Lite. Инженеры Национальной лаборатории при Министерстве энергетики США заявили о создании самого мощного в мире суперкомпьютера под названием Summit. Об этом пишет издание MIT Technology Review. По информации издания, производительность Summit составляет до 200 петафлопс, что равняется 200 миллионов миллиардов операций с плавающей запятой в секунду. Для сравнения, все на Земле должны проводить операцию каждую секунду в течение 305 дней, чтобы справиться с тем, что новая машина может сделать в одно мгновение, отмечается в статье. Производительность Summit более чем в два раза превышает мощность китайского суперкомпьютера Sunway Tahoe Lite, 93 петафлопс, который ранее считался самым производительным компьютером в мире. Сообщается, что ученые намерены использовать Summit для поиска возможных связей между генами и раковыми заболеваниями, а также закономерности в возникновении зависимости от наркотических веществ. Также суперкомпьютер может быть применен для климатического моделирования, что может позитивно сказаться на точности прогнозов погоды. Напомним, американские разработчики с 2015 года работают над проектом неустаревающего и не требующего обновления в течение 100 лет компьютера. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.